Всем привет! Это «Универ News», а в студии Диана Желенкова. Смотрите сегодня в выпуске. КФУ окажет поддержку студентам в виде продуктов питания. Как студенты проводят время на самоизоляции в общежитиях. Казанский аспирант получил медаль Королева. Ильшат Гафуров назначен ректором Казанского федерального университета на третий срок. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Глава правительства РФ распоряжением от 9 апреля 2020 года о ректоре Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Казанский федеральный университет назначил Ильшата Рафкатовича Гафурова ректором КФУ сроком на 5 лет. Очевидно, что переназначение ректора Ильшата Гафурова подтверждает факт признания устойчивого успешного развития Казанского федерального университета. А теперь к следующим новостям. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие студенты оказались в непростом положении. Казанский федеральный университет окажет поддержку всем студентам, которые нуждаются в помощи. Подробности далее. В ежедневном формате проводят совещания ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, в ходе которых проводится мониторинг состояния студентов, проживающих вдали от дома в общежитиях. Совещание проводится дистанционно, по видеосвязи. Вот и 13 апреля Ильшат Гафуров провел совещание, основным вопросом которого стала поддержка малообеспеченных студентов во время самоизоляции, в том числе обеспечение продуктами питания студентов, которые испытывают трудности в покупке продуктов, включая филиалы в Елабуге и Набережных Челнах. Казанский федеральный университет обратился к своим выпускникам, крупным предприятиям и главам муниципальных районов. Поддержку в организации помощи студентам продуктами питания и средствами дезинфекции оказали Апастовский и Рыбнослободский районы. Группа компаний «Нефис» и многие другие. Ранее мы сообщали, что студенты Елабужского института уже получили помощь от местных предприятий по благотворительной поставке продуктов. В Казани уже на этой неделе продуктовые наборы будут доставлены для каждого студента, проживающего на территории деревни Универсиады и студенческого городка. В первую очередь помощь будет предоставлена для иностранных студентов, которые вынуждены находиться в самоизоляции в чужой стране, вдали от родных и близких. По особо нуждающимся я прошу директоров института своих студентов взять на особый контроль не только вопросы обеспечения продуктами питания, но и по всем бытовым затратам, которые каждый из нас имеет. Для студентов граждан Российской Федерации будет представлена поддержка из стипендиального фонда КФУ. Также на совещании обсудили и план распределения продуктовых наборов. Предположительно, выдаваться они будут раз в неделю, чтобы продукты не портились. Ректор поручил определить ответственных за хранение и распределение продуктов. В связи с распространением коронавируса многие студенты потеряли возможность подрабатывать и оказались в непростой ситуации. Поэтому одним из путей решения стала возможность трудоустройства студентов в Казанский федеральный университет, в том числе и предложение о ежедневной выплате заработной платы для студентов. Найти возможность и сделать отдельную программу по обеспечению студентов работы, поскольку сам университет может быть достаточно большим работодателем. Помимо этого, Ильшат Гафуров предложил ввести скидки на некоторые товары для магазинов деревни Универсиады. Это будет касаться предметов первой необходимости – продукты питания, бытовая химия, предметы личной гигиены. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ News. Из-за распространения коронавируса границы России были закрыты, из-за чего многие иностранные студенты не успели уехать к себе домой и остались на самоизоляции в общежитиях. О том, как проходят их дни, смотрите далее. Из-за распространения коронавируса границы России были закрыты, из-за чего многие иностранные студенты не успели уехать к себе домой и остались на самоизоляции в общежитиях. В распоряжении Казанского федерального университета существует несколько кампусов для проживания студентов. Это студенческий городок и деревня Универсиады. В деревне Универсиады осталось проживать более 4000 студентов. Здесь комфортные и удобные номера для проживания, где студенты живут в блоках, которые оснащены всем необходимым – кухней, душем и спальными местами. Общежитие же студенческого городка построены еще в советские годы, менее комфортны, но имеют всю необходимую инфраструктуру для проживания студентов. Они расположены на улицах Красной Позиции, Гвардейской, улице Пушкина и улице Аделя Кутуя. Студенты выходят в магазин при необходимости. В других случаях студенты сами понимают, что ситуация не самая лучшая и предпочитают остаться дома. Со стороны коменданта не было никаких запретов. Магазин мы можем нет-нет выходить, если погода позволяет, спортивную площадку.
В принципе, все нормально. В общежитиях студенты проводят большую часть своего времени. Здесь они живут, здесь же и учатся. У каждого проживающего в общежитии есть все условия для существования. Душевые места для личной гигиены, кухни, где можно приготовить еду. На входах общежития стоят обеззараживающие вещества, чтобы продезинфицировать руки после улицы. Вход в любое общежитие строго по пропускам, дабы не пропустить внутрь незнакомца. Дела обстоят, в принципе, хорошо. На улицу мы выходим, свободно до магазина имеется за первой необходимостью. Комнаты в их тоже свободные, готовят. Ну как, в тяжелые времена живем нормально, студенческим, помогаем друг другу. В принципе, ничего не изменилось, как было, так и в принципе и осталось. Ну, естественно, нельзя гостей приводить из, ну, посторонних, не с общежития. И, естественно, нельзя просто ходить по городу, там, в кафешки и так далее. К слову, выходить на улицу студентам никто не запрещает. Обитатели общежития свободно выходят в магазин за продуктами. А если нужен выход в город, то оформляют себе СМС-пропуск. Самоизоляция происходит, по нашему мнению, успешно. Люди сидят дома, а выход из деревни Универсиады осуществляется только на основании отправленных СМС, либо в магазин, что не требует оповещения. Поэтому считаем, что все пройдет успешно. Такие условия установлены во всех общежитиях студенческого городка и деревни Универсиады. Каждый день студенты занимаются на дистанционном обучении. Специально для этого в общежитиях имеется отдельный кабинет, где никто не мешает. Да, все нормально. Вот сидим в общежитии, выходим только за продуктами и мусор вынести. Все. Никакого запрета нету. Делаем то, что нам нравится, но лишь бы лишний раз не выходить на улицу. И несмотря на удобную систему дистанционного обучения и комфортные условия для проживания, многие студенты уже хотят вернуться к учебе и занятиям в университетах. Лев Диденко, Ленардо Лютяров, Универньюз. 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. В феврале 2020 года молодой ученый из Казани был награжден медалью имени Сергея Королева. За какие заслуги вручают медаль и кто получил ее в этот раз, более подробно расскажет Лев Диденко. Космос. Последний рубеж. Такими словами заканчивается каждая серия популярного научно-фантастического сериала о космических путешествиях. И действительно, полеты к звездам и изучение ближайших планет являются важными задачами для будущего всего человечества. Герой сюжета – Алексей Андреев, молодой ученый из Казанского федерального университета, создавший ряд исследований, позволяющих космическим аппаратам точнее приземляться на лунной поверхности. За эти исследования аспирант получил медаль имени Сергея Королева. Медаль я получил не простую, а имени Сергея Павловича Королева, нашего знаменитого конструктора ракет. Я очень рад, очень горд и действительно очень счастлив, что мне удалось такую награду получить. Алексей – аспирант третьего курса КФУ, обучающийся на специальности астрометрика и небесная механика. Как рассказал молодой ученый, в 2018 году совместно с Роскосмосом была создана база данных оптических наблюдений Луны. Уже в конце 2019 года Федерация космонавтики России сообщила, что ему будет вручена золотая медаль. По совокупности моих исследований, проектов с Роскосмосом, за работу, которую мы провели для Роскосмоса по созданию системы навигации в окололунном пространстве. Как рассказал Андреев, на данный момент в мире не существует систем навигации на Луне. Аппараты приходится сажать в ручном режиме, однако точность такого прилунения оставляет желать лучшего. Зачастую аппарат может приземлиться за несколько километров от заранее заданной точки. На данный момент все исследования проведены и данные собраны. Остается только вопрос, станет ли Роскосмос применять их для создания подобной системы. По крайней мере, мы для этого все сделали, исследования провели. Но будет ли Роскосмос применять наши разработки, это вопрос к ним уже. Мы нашу работу выполнили. К слову, в дальнейшем у молодого аспиранта в планах продолжать исследования космоса и окололунного пространства, а также написание диссертаций и научных статей. Андреев планирует создать еще больше проектов для того, чтобы будущее поколение с гордостью могло сказать: «Космос наш». Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. В студии была Диана Желенкова. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!